Республика сегодня вспоминает 31 шахтера и 5 горноспасателей, погибших в шахте «Северная». С момента трагедии прошло ровно 5 лет. В память о них в храме Иверской иконы Божьей Матери прошла поминальная служба. Затем траурный митинг у мемориала погибшим. Городские власти, коллеги, близкие, простые горожане. Цветы к памятному монументу сегодня возлагает буквально весь заполярный город. 5 лет прошло с той страшной аварии. Вот уже 5 лет, 36 сильных, здоровых парней, мужчин ждут дома. Много это или мало, наверное, каждый сам должен судить. Но независимо от сроков, эта авария должна пойти в назидание и в напоминание каждому работнику угольной промышленности, каждому работнику РПТА «Угля» о том, что нет ничего ценнее и святее на земле, чем человеческая жизнь и здоровье. Авария на шахте «Северная» случилась 25 февраля 2016 года. На глубине 780 метров произошел внезапный выброс метана. Два взрыва повлекли обрушение породы. Погибло 4 шахтера. Судьба 26 человек оставалась неизвестной. В ночь на 28 февраля в результате повторного взрыва погибли еще один шахтер и 5 горноспасателей. Позже глава МЧС заявил об отсутствии шансов выжить у горняков, которые оставались под землей все это время. Трагедия унесла жизни 36 человек. Есть города-герои. Я бы назвал Воркуту городом героев, потому что природа и здесь под открытым небом, и там под землей, она бывает непредсказуема. И каждый раз, когда шахтеры спускаются под землю, это каждый раз риск. Первоначально работу шахты планировали возобновить после откачки воды, но эксперты пришли к выводу, что существует большой риск повторных пожаров. Северную законсервировали. Решение приняли Ростехнадзор, МЧС и Северсталь.